Крупный пожар вспыхнул в национальном парке Нижнеднестровский. Горит камыш на площади несколько гектаров, причем там сразу несколько очагов. Как рассказали нам эксперты, для этого времени года случайные самовозгорания не характерны. Последний масштабный пожар произошел 8 октября 2015-го. Тогда выгорело 35 гектаров национального парка. Пожарные тушили пламя почти сутки. В этот раз пожарные расчеты на пожаре замечены не были. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.